Мы нашли решение, на наш взгляд, достаточно приемлемое, которое устроит и верующих, и будут вписываться рамки действующего законодательства. То есть вариант, что эта категория людей не будет иметь или граждан, не будут иметь идентификационные номера, и не будут браться в автоматизированном учете базы данных. Мы в данном случае не ведем речь о автоматизированном учете документов. Мы ведем речь о автоматизированном учете наших граждан. У нас есть регистр граждан страны. Вот в этот регистр они включаться не будут. Они в этот регистр включаться не будут. В общем-то, к этому и сводятся их требования. Они это просят или они просят, чтобы... Нет. Вообще, если честно, они сами не знают, чего они просят. Вот. Но вот исходя из просьб, которые до сих пор были, о том, связанных с тем, что они не должны быть идентифицированы, они не должны быть, мы эти требования их удовлетворяем. Вы уже с ними как бы обсуждали? Мы обсуждаем это с ними в течение недели. К сожалению, мы пока не были услышаны. Мы не хотим сейчас это декларировать только потому, что мы просто думаем, что в течение ночи они что-то придумают новое. Потому что мы подразумеваем, что вот эти акции абсолютно не связаны с этим законом. Это просто повод.